9 февраля церковь вспоминает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, родился в Антиохии в середине 4 века. Иоанн рано принял монашество, которое называл истинной философией. Он написал множество книг, легших в основу христианских представлений об особенностях священнического служения, монашеского пути. За свой редкий дар оратора он получил от народа имя Златоуст. Когда Иоанну исполнилось 50, его избрали архиепископом Константинопольским. Иоанн Златоуст скончался в 407 году в городе Каманы в Абхазии на пути к месту ссылки. Он был осужден по приказу императрицы Евдоксии за обличение пороков, царивших при императорском дворе. Перенесение его мощей из Каман в Константинополь совершилось в 438 году при императоре Феодосии II. По преданию, слуги императора долгое время не могли поднять гроб с мощами. Тогда император, сын той самой Евдоксии, написал послание святителю Иоанну. В нем он смиренно просил прощения за себя и за свою мать. Послание зачитали у гроба, и после этого легко подняли мощи и внесли на корабль. Иоанн Златоуст составил один из чинов главного православного богослужения – литургии. По уставу православной церкви именно эта служба совершается в храмах большую часть дней года. Иоанн Златоуст остается незримым участником каждой литургии, ведь верующие всякий раз обращаются к нему за поддержкой. «Моли Бога о нас».